Ты бородатый, стрёмный тип. Твоей щетиной можно шлифовать мебель. Девушки не целуют, мешают усы. Выход есть. Бритва триммер стайлер Philips One Blade. Philips One Blade – бритва триммер стайлер, которая порадует каждого. И мужика, носящего бороду, и мужика, предпочитающего гладкое бритье. Ситуация такая, что у меня жутко вредная кожа. Бреюсь я станком с тремя или пятью лезвиями, использую пену, гель или масло для бритья, все равно жуткое раздражение. И вот бритва Philips One Blade призвана лишить проблем с бритьем людей с чувствительной кожей и сделать еще комфортнее бритье для людей с нормальным типом кожи. Данная бритва способна буквально сметать под корень все на своем пути, даже если вы обладатель дубовой щетины и до этого брились бензопилой. Бритва поставляется в фирменной симпатичной коробке. В комплекте бритва, сменное лезвие, верхняя часть для бритья, нижняя часть для контуринга. Насадка для бороды 1 мм, насадка 3 мм и насадка 5 мм. Защитный чехол для лезвия, то есть бритву можно спокойно кинуть, к примеру, в рюкзак и не бояться, что повредится лезвие или ваши вещи. Блок питания и мануал. Корпус триммера выполнен из черного матового пластика с резиновыми салатовыми текстурированными вставками. В руках бритва лежит удобно и не скользит. В целом бритва выглядит прям реально зачетно. На передней панели расположены кнопка включения и выключения, слайдер для смены лезвия, снизу разъем для зарядки. Во время зарядки блок питания горит зеленым. По окончании зарядки индикатор гаснет. Время зарядки 8 часов. Во время зарядки бритвой пользоваться не получится. Время беспрерывной работы 45 минут. Лезвие в данной бритве подвижное, способное повторять контур лица. Как заявляет производитель, одного лезвия должно хватать на 4 месяца использования. Но я думаю, что нужно учитывать, у кого какая щетина. У одного густая и реально дубовая щетина, у другого, как, например, у меня, растет плешивый пушок. Плюс, как быстро вы зарастаете, соответственно, как часто бреетесь. И вот в этом главный минус Philips One Blade. Так как новое лезвие стоит как пол цены от самого триммера, что, естественно, может отпугнуть потенциального покупателя. Бабок нет и бритвы нет. Но, надеюсь, с моей мягкой так называемой щетиной мне хватит одного лезвия больше, чем на 4 месяца. С помощью комплектных насадок в 1, 3 и 5 мм мы можем подстричь бороду до нужной нам длины. Бритва поддерживает как сухое, так и влажное бритье с пенкой. Режущий блок совершает 200 движений в секунду, что способствует комфортному бритью, призванному не раздражать кожу. То есть бородачи довольны и гладко выбритые мужики тоже счастливы. Ну и давайте наконец-то протестируем Philips One Blade. Вот такая плешивая 5-дневная щетина у меня. Уберите детей от экрана, то испугаются еще стрёмного дяди. Так что реально борода это совсем не мое. Но как и говорил, меня интересует именно гладкое бритье, чтобы не было раздражения. Давайте проверим, как же это будет. Что, друзья, сбрил, как вы видите, половину. Я теперь как с Бэтмена двуликий, блин. Реально, я не ожидал. Вот правда, вот эта вся эта реклама, она реально себя оправдывает. То есть настолько это комфортно. То есть лезвие настолько острючее, я вообще не ощущаю, как я, да, просто бритву перемещаю по лицу. То есть настолько легко и классно она сбривает. То есть мне прям реально очень нравится, реально. Вот такой я красивый, с бородой.
Бритье окончено. Потратил я на это 5 минут, и результатом я реально очень доволен. То есть комфортно бриться, нет ощущения какой-то сухости, кожу ничего не тянет. И чтобы понимать, как это стричь вообще под ноль, то есть чисто голым этим лезвием, то есть есть вот, как и говорил, есть ощущение вот легкой небритости, такая, как-то, знаете, обычным станком вы побрились, и где-то через день у вас уже получается вот такая легенькая колючечка, ну, либо на следующий день у кого как, да. И вот сейчас у меня такое ощущение. В некоторых местах, то есть, вообще идеально гладко. Короче говоря, для меня это просто бритва-находка.